стихотворение Покидька Петра Николаевича написано где-то в 70-х годах. Две березки. На опушке леса две росли березки, стройные, красивые, с нежной белизной, и как две девчонки распустили косы, радуясь, что нынче все живет весной. Вдруг между березками появилась девочка, улыбнулась весело, засмеялась звонко, и в ответ ей радостно закивали деревца. Очень им понравилась девочка Аленка.